судебные приставы. Дверь откройте, пожалуйста. Октябрьский городок, дом 40. Здесь проживает Вадим Горбатов, и задолженность его составляет около 70 тысяч рублей. Мужчина оказался вежливым и сразу впустил судебных приставов в свою квартиру. Он рассказал, что практически устроился на работу, осталось только дождаться звонка. Судебные приставы арестовали часть имущества. Теперь, если через 10 дней задолженность не будет погашена, то мужчина его попросту лишится. Соседи разводят руками. По-человечески жалко. Жалко его, но с другой стороны, конечно... Надо заставить его работать. Перед началом отопительного сезона в Рязани продолжают взыскиваться долги за газ, тепло и электроэнергию управлением Федеральной службы судебных приставов. В настоящее время уже находится около 1500 исполнительных производств на сумму более 100 миллионов рублей. За истекший период 2017 года, благодаря применению к должнику мер принудительного исполнения, предусмотренных 229-м федеральным законом об исполнительном производстве, с рязанцев взыскано более 15 миллионов рублей в счет погашения задолженности по исполнительным производствам, где взыскателем является Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей. С начала 2017 года уже арестовано имущество на сумму около 3 миллионов рублей. Практика показывает, что такая мера является одной из самых действенных, а впоследствии побуждает граждан к полному погашению задолженности. Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области призывает рязанцев к своевременной оплате задолженностей, в том числе в пользу организации топливно-энергетического комплекса, до предъявления взыскателям исполнительных документов в структурные подразделения управления для принудительного исполнения, а также во избежание применения мер принудительного исполнения в ходе совершения исполнительных действий в рамках возбужденных исполнительных производств.